Давай, фокусируйся. Снег, короче, разошелся. Прям валит. Наконец-то хоть. А то все растаяло, растаяло. Как-то что-то все не очень. Морозы передают до 25 градусов. Потому что, ну, это не очень хорошо для растений, потому что что сейчас все растаяло, земля водой опять не питалась. Сейчас фигакс 28 градусов, жарит морозы. Все корни, все, что там есть, вот эти молоденькие, малюсенькие корни, какие есть, они там все перемерзнут, как говорится. Это хоть сейчас снегом прикроет, хоть не так холодно будет им. Нет, так красиво. Почему? Ну, на своих чопотах, как обычно. Да нет, снега не видно. Жаль, конечно. Не настолько. Хочу поговорить на эту тему. Вот. Потому что это перемена в моей жизни. Вот. Если кто-то будет мне писать хамство, хамство я не терплю. Бред и хамство, особенно с канала Колесников, все понимают, что там за обзорщики. Я считаю неадекватными все эти высказывания, которые там... Я их не смотрю, естественно, слава тебе, Господи, я пока еще здорова. И надеюсь, и дальше буду душевно здорова. Вот. Все эти обсуждалки и все эти подпольные пищания, как сказать, под... Когда вот крысы в подполе заведутся и пищат там, вот эти все, на моем канале они не будут. Мне наплевать. Хамство я не терплю в людях. Я сама не хамлю никому и не позволю хамить мне на канале. Вот. Сразу в блок, если что, как говорится. Что еще хочу высказать? Все, кто так волнуется там за Аню, в кавычках, и бабу, они живут отдельной жизнью. Их никогда никто не ущемлял, ничего. Они сами еще как. Вот. Характер у бабы не очень яркий. Ой-ой-ой. Вот. И нести такой крест иногда просто невыносимо трудно. Потому что, не дай бог, что не так приготовил, не дай бог, не так не угодило. Вот. Тем более на ее деньги. Я уже не маленькая, и жить мне очень... Если что-то она говорит, вот там съезди, закупи, приготовь. Какая есть. Ты немного... Ну, у всех свои недостатки, у кого-то. Об этом это уже другая тема. Да. Тем более. О таком говорить вообще ниже плинтуса. У кого-то там... Ладно, это тема. Да. И бабе я также все помогаю. Там воду, как говорится, есть что у нас ездить купить. Я все так же езжу, покупаю. Так что не переживай какая-то. Что она просит и или исполняет сюда. Вот. То, что... Я никогда там это, как говорится. Да, я уже это... Я и говорю... Еще раз повторюсь, иногда для меня это становится, как объяснить, может быть, и надо уже начинать свою жизнь все-таки, которую уже и поздно начинать, но... Лучше поздно, чем никогда, есть такая пословица. Ну да, вот. И то, что как у нас, если там что-то отдельно, мы... Здесь ничего такого абсолютно да. Нет. И нет, готовим на печке. Печка для кого? Просто ну... так кто-то стоит? Печки на печке готовим. И не раз уже в видео говорилось, что закапчивается и прочее. Че, мозгов не хватает понять, что ли? Слова. Нет, там не об этом разговор. Типа прячете от баб еду, какой-то там бред. А, что они там худенькие. Я тоже не толстая. У нас папароидь, наверное. Худенькие, они едят. Я уже 100 раз говорю, они питаются великолепно, нормально. Пенсия позволяет им питаться хорошо. Так что нехера от них беспокоиться, беспокоиться о себе. Их никто ничем, ни капли никогда это не обижает, не ущемляет. Да и баба, она у ней характер такой, что в ее жизни никогда не вмешиваюсь. Что еще я хочу сказать? Ну и она в мою, слава богу, не вмешивается.
у нас нормальные. И сейчас мы общаемся, мы... И сейчас мы уже давно, кстати, как сказать... Я не говорю, что вы прям там, это... Братаны, да. Пацаны, вы чё, а? Она всегда как-то держится. Ну, а так мы общаемся, разговариваем. Контактируем. У нас никогда великой любви не было, я сразу скажу. Так что прям там, как вот объяснить. Ну и никогда не было что-то такого там сверху, как мне там некоторые иногда понаписывают люди. Фантазии у меня у самой хватает. Фантазия у тебя, да. Исправда. Я, слава богу, ни на чей канал не лью. Меня с этим обделили, к счастью. У меня фантазии нету. Я более логически всегда все думаю. И не Емеля, а Эмиль Владимирович. Ой, так, чего еще хочу сказать? Как можем, так и проживем. Мы никого не обижаем, и не хочу, чтобы это кто-то там... И так, больных сейчас ого-го людей, как говорится, которые... Всем трудно, некоторые люди ломаются психически, психологически. Да, это правда, не все сильные, все-таки духом. Да, очень много приходится, как говорится, это... Я же повторюсь еще раз, вот один дядя там, он постоянно. Эмиль, конечно, скриншоты снимает все это. Но ну, у меня еще вдобавок смс-очки сохраняются. Вот. Он по копейке отправляет и пишет это оскорбление. Mm-hmm. Вот. Однотипное, к слову. Однотипное, да. Mm-hmm. Ну, у человека, может, с психикой, ну, как объяснить. Особенно, если где-то люди там... военные действия или что-то такое, это очень морально, как объяснить тоже. Ну, это да. Да. Есть даже фильм один, который отлично это отображает, к слову, актера в нем снимается, который снимался в «Человеке-пауке». Первый, второй и третий фильм. Тоби Магуайр там снимается. Да. Хороший фильм очень, который отображает полностью всю ситуацию эту. Что с человеком происходит. Да, поэтому... Он однообразно он там отправляет копейку и пишет одно и то же. Я надеюсь, в скором времени Сбербанк все-таки добавит такое, что меньше 10 рублей нельзя будет отправлять. Знаешь, как на Почтобанке, на Киеве нельзя меньше 10 рублей отправлять. Ну, как говорят, мир не без добрых людей, так ну, мир да. И не без... Ну да, ну... Да. Хватает всего. А, так что вот так вот, на эту тему... Больше разговоров, да, не будет. А то, что мне даже так, как объяснить, меньше готовки, меньше я боюсь, что что-то не так там... Да, переострю или специи не так. Она баба очень привязчивая на специи, она их не переносит. Да. Но из-за болезни, я понимаю, там, но все равно. Она специи очень не любит, она не может, даже перец, грубо говоря, даже чеснок она боится. Не дай бог я что-то там, какие-то кушанья не так там. Да, у нее еще свой этот советский, как говорит, стиль вот. Готовки, чтобы там... Я это не буду, ты готовишь, там на всех потом все это пропадает, очень, тем более на ее деньги, и мне становится все это на душе, как вот накапливается. Вот это. Я все говорю искренне, Бог видит, все как оно на самом деле, до секунды, до миллиграмма есть. Вот. И оно вот, как объяснить, становится как-то обидно, наверное, я думаю, что, блин, готовил. Она откроет, подойдет вот так, с таким видом, я это не буду. И ты так на душе думаешь. Да, не очень приятно, когда ты что-то стараешься, там, крутишься, там, прям, как... А это я могу для себя, а мы что угодно, Эмиль, там, мамочка, спасибо, все вкусно, все. И у тебя так день проходит, у тебя сразу крылья какие-то растают. А это, конечно, мне каждый день такой груз, мне... Не, к слову, если бы ты сказал, к примеру, что гамбургеры были невкусные, к примеру, если бы они, правда, были невкусные, я бы не обиделся. Нет, они были вкусные. Я знаю, что они были вкусные, но если бы они были невкусные, к примеру, я бы не обиделся. Нет, они были вкусные. Ты гамбургеры готовил, что ли? Да, когда тут эти гамбургеры свои.
Нет, они были вкусные. Но мы с утра вот проснулись, сейчас снежок немного нападал, капельчик. Я печку растопила, мне дров наколол. Таких прям сухих, потому что сырые дрова, те, которые он вчера наколол, они, их сырые нужно будет часа 4 растапливать. Да, это мороки много. Да. Это как баню там или что-то такое. Там. Это надо. Ой, ну попробуй баню с сырыми там, дровами, да, ну конечно. Надо весь день потратить синерву, чтобы растопить сырыми. Пока эту баню растопил, сам уже весь в поту. Да, к примеру, это... Поэтому я это сухими вот сейчас разгорелась печка. Вот. А те сырые, они там на морозе, если будет сейчас морозы, они просохнут. Mm-hmm. Вот. Если кто вот что там, дай бог здоровья, благ, спасибо, да, огромное, там... люди понимают, о чем. Да. Тут я сейчас уже на другую тему. Да. Вот. Сейчас для нас это вопрос выживаемости. Все горе как есть перед Богом. Вот. Так что. Ну все. Дай Бог нам до весны быстрее торговать. Ну, это уже говорить не надо, там да. Чего, как чего и почем, давай. Милих едет на рынок за термопастой. Мис не надо. Я шучу. Это жизнь. Ну, что за раз прикрываешься? Высокий, очень даже. Спасибо, короче. Купил термопасту, вот. Сними же тебе картофель. Угу. Меня-то. Три каких. Жопу дал. Остроумный просто. Ну хватит, Эмиль. Ну все, сиди чисти. Короче, съездил, купил. Батон. По акции. По 18 рублей по выручайте. Кстати, это как ее завтра пришла, я ей тут от мяса, я суп варю, это накормила, она поела. А этого придурка буду говорить, суды. Звала раз 5 выходила, не знаю где он. Кремлевская. Загулял с такими, что ли, уже. Звала, какой звала. Успокойся, он маленький еще. Звала. Бедрышки. Яйки. У меня привычка всегда, короче, перед тем, как взять, я коробку открываю. И уже сколько раз это меня, так скажем, не обманывает. Открываю одно яйцо битое. Спагетти. Шампиюнь в кавычках. Нормально. Так, ну все. Покажу суп, какой там варю. Ну вот, короче, вот такой вот. 2 грамма. Тряпки
супер грязные, мгновенно становятся. Покупать тоже дорогущие скотин. Я их вообще не купила. Зато плюс-минус хотя бы держится. Ну, я не берусь сложно тряпить. Вот. Это от пенки. Ничего страшного, потому что косточки мясо. Ну, косточки, да. Как я могу еще иначе? Бульон жирный. Угу. Вот. Короче, картофельный супчик. Да. Завтра хоть нажралась вдоволь просто. Пошла на улицу сама попросила. Вот. А этого опять выходил, звала, бесполезно. А тут я поставила сковороду. Сейчас я суп сниму, картошки начищу и понажарю картофель. Вот. Ну все. Так. О, короче. Дело к ночи. Дело не к ночи, нет еще. Хотя зимнее время очень быстро, как его, совсем быстро летит. Вот такой супенчик. Жиренький, вкусненький и простенький. Чуть-чуть черного перчика, буквально щепоточка, чуть-чуть укропчика сухого. Вот. Сальцы, пол чайной ложечки. 4 картофелинки. Заранее отварной бульончик. Картофель слегка уже практически был доготовлен. Я засыпала макарончиков и обжарчик. Вот. Такие сосисоны. Вот такие сосисоны. А огурчик с подсолнечным маслом, черный перчик. И петрушечка. И как его? Сальцы не добавляла, да? А, подожди. Нет, не добавляла. Не добавлял еще, да? Нет, я просто пробовал уже. Нет. Сейчас добавлю соль. Слегка обжарил сосиски. На печке все так быстро, очень. Мягко говоря, да. Нужно прям вот это. Глаз и глаз. Да. И вот такая вот парня. Это натуральная какая-нибудь. Свойская. Деревенская картошечка. Она такая вот. Да, пусть поджаристая прям. А я люблю наоборот такой. Вот. Вот, как вот. У всех свой вкус. Да. Баб такой не ест, кстати. А вот Эмиль наоборот такую обожает. Именно вот такую вот. Она такой не стала. Вот. Она кружочек. Ну и ладно, у всех свои. Да еще идеально, чтобы были круг. Ну теперь будет это подкалывать. Ой, если все, я надолго, я звал памятный очень. Да, я нет. Я отходчивая очень быстро, дура. Прости меня, Господь. Так, хочешь вот так вот? Клетка. Там каток, что ли? А, там каток, да. Да баба тут попросила это. За лекарством съездит, да, пятерочку там, фрикадельки взять. Она все фрикадельки там хочет. Да так там по мелочи еще. Ёлка вот такая. Будем кормить Кузю. Завтра теперь. Завтра с утра мясо я обделывала, накормила. Кузя не было, где-то шатался. Теперь Кузю принесла, пошла уголь набирать, пока Эмиль в курс поехал второй раз. Это помой выливал и уголь набирал. Прошлась немножко хоть это. Воздухом дыхнула. Все тает кругом, капь. Володя. Кузя взяла это, как его, принесла. Он тут какое-то тут мясо оставшееся доел за завтрак. Это вымыл ему эту тарелку его. Она там стояла в этом. На улице, в душе. Это. Звала, звала, ее нету. Куда это ушла брать? По очереди. По очереди, да. Это.
Вот, сейчас я его покормлю. Угу. Кстати, сегодня там женщина, которая, ну, там она писала, переписывались, она говорит, ну, я уж не стала, конечно, я это. Вот. Она типа пишет, я на ваш канал не подписана, все такое. Вот, ну, она мне все высказывание о том, что, а вы бы тогда, говорит, не выносили это, как это, ссоры из избы, типа, а, ну, не говорили, что вы, типа, с бабой там переругались или там решили отделиться. Мы не особо уж переругались, во-первых. Во-вторых, нормально общаемся. И она нормально к нам относится. Даже дала, как ее фрикадельчик и цитрамон пачку. Вот. Тем более я езжу, что я ей все покупаю, когда надо. У нас нормально. У нас нет, слава тебе, Господи, ничего такого. Чего-то такого там, да. Вот. А вы тогда не выносили ссоры из избы? Во-первых, не ссора, а во-вторых, это... Не избы. Да. Это моя жизнь, и мне решать, что мне выносить там, что не выносить. Вот. Во-вторых, человек говорит, я на ваш канал не подписана, спасибо, там, типа. Ох, я вас не смотрю. Если не смотрите, дебет с кредитом не сводится. К примеру, человек говорит, я не подписана на ваш канал, я не смотрю. Тогда откуда-то в таких тонкостях, нюансах моей жизни, подробностях, кто там что платит и кто и как. Вот так это, настолько прям это, осведомлены. Если человек не смотрит, тут уже, как говорится, человек, мягко говоря, как Любовь и Гоби. А я, говорит, сон рассказываю. Классный фильм, кстати, поднимает настроение. Валерьянку я не пью, а вот Любовь и Голуби посмотреть люблю. Оставались уже. Беги. Беги, дядя Вить, беги. Так это, я, говорит, ваш канал не смотрю, но в курсе всей вашей жизни. А так я вас не смотрю совсем. Так чуточку. Ладно, все. Я сегодня побегал за автобус. Чё, расскажи, что там как... Ну чего ты, никакой не лохматый? Нет. Уставший? Не уставший, ничего, просто не хочу. А-а-а. За автобусом побегал, чё? Километр. Километрик так пробежал, ничего страшного. А-а-а. За автобусом. Ой. Ну иди, Кузь. Ой, вкусно пахнет, глянь. Как вкусно пахнет-то, глянь. Запах прям. Так, после, как говорится, это, такого это подороже вам тут наслаждайтесь. Кушайте, дай бог здоровья всех благ. Добро никогда не иссякнет, да, Кузь? Скажешь, до самых последних времен, да? Но всегда будет, да? Никогда не кончится добро. Так что дай Бог здоровья всех благ. Всем, кто дал кости на кормик. Добро не иссякает. Все. Я понимаю, когда я устала или что-то такое. Я просто снять, как он кушает. Ему не до этого. Давай хоть поесть. Да ну ладно же. На здоровье, приятный аппетит, Кузя. Ой, ешь. Надо. Причесаться, а что тебе причесываться? Ты не лохматый, Эмиль. Так, ладно, на корточках сидеть, правда, тяжело. Кушай, ладно, Кузька, все, кушай. Мы понаелись второй раз супа. Эмилю очень суп понравился. Он прям поблагодарил. Да? Да. Понравился ему суп. Ты что ты балуешься? Это. Сижу вон, досматриваю фильм. А Кузя дрыхнет. Он объелся и спит. Его лучше не трогать. Пусть он спит и спит себе потихонечку. Но... Я прикалываюсь, так шучу. Я знаю. А я вон сейчас чайку. Не надо здесь. Я уже съел бутерброд с сосиской. Уже надо еще супа поел. Все, теперь чаю попью.
творением.